Всем привет! Сегодня с вами приготовим завтрак такой, как я его люблю. А точнее, это будет скрэмбл с этими салатами и беконом. Погнали! Для начала обжарим бекон. На сковороду не добавляйте масло, бекон так жирный, будем вытапливать жир. Пока жарится бекон, подготовим заправку для нашего салата. А это будет у нас оливковое масло. Чуть-чуть соевого соуса. Добавим чуть-чуть меда. И дадим чуть-чуть кислинки. А то есть лайм. Нашу заправку перемешаем. Пробуем. Подготовим наши яички. Наши яйца мы с вами чуть-чуть подсолим. Добавим чуть-чуть перца. Добавим сушеного базилика. Добавим сюда чуть-чуть молока. И всю историю хорошо сболтаем. Наш скрэмбл добавим чуть моцареллы. На самом деле можете использовать моцареллу, российский, сыр пармезан, чеддер, что хотите. Это будет нереально. Просто обязательно производим, как хочется. Пока жарится бекончик, мы подготовим скрэмбл. Но нет у нас нарезанного салата. Режем салат. Готовим помидоры черри. Какой может быть завтрак без авокадо? Авокадо сейчас везде. Салатик получился. Мне добавляем заправку нашу. На нашу тарелочку выкладываем бекон. Вы можете использовать либо бекон, либо лосось. То есть, либо вообще ничего не добавляете, там вкусно. Скрэмбл. Выливаем наш скрэмбл. Ставите на максимум, начинаете так просто и помешивать. Чтобы получилось а-ля каша. Вуаля, самый простой завтрак на столе.